Валерий Меладзе помог своему другу и коллеге, Атару Кушанашвили, оплатить дорогостоящее лечение. Он, как и Николай Басков, оказал значительную финансовую помощь Кушанашвили, который в настоящее время борется с онкологическим заболеванием. Меладзе публично поддержал товарища, отметив, что с нетерпением ждет его возвращения. Дорогой Атар, выздоравливай поскорее. У тебя столько жизненной энергии, столько планов и надежд, что наверняка это даст свои плоды, свои позитивные плоды. Вот, и этот временный сбой, временный промежуток твоей жизни пройдет быстро и забудется. Я тебя обнимаю крепко, мой дорогой. Знаешь, многие люди, наверное, не проявили еще себя, но огромное количество людей желают тебе крепкого здоровья, переживают за тебя и держат за тебя кулаки. Давай, держись, все будет хорошо. Я тебя обнимаю крепко, дорогой мой. Удачи. Судя по тому, сколько газет лежит на твоей кровати, ты проявляешь большой интерес ко всему происходящему. Вот. И это очень правильно. Я тебя люблю, я тебя уважаю, я тебя очень ценю. И желаю тебе крепкого-крепкого здоровья. До скорой встречи. Я все еще позволяю себе пить. И могу выпить немало. Буду пить за твое здоровье и надеюсь, что в скором времени мы выпьем вместе. Давай, дорогой. Однако бытует мнение, что этот поступок свидетельствует не только о благородстве Валерия Меладзе и его дружеских отношениях с Атаром Кушанашвили, но и его личной заинтересованности в возвращении домой в РФ. Таким образом, певец напоминает о себе в контексте доброго дела, тем самым готовя почву для возвращения.